Одобрение парламентом Израиля закона о легализации еврейских поселений, которые в прошлом были возведены на западном берегу реки Иордан на землях, находящихся в частном владении палестинцев, вызвало резкую критику со стороны палестинских властей. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе своего визита во Францию назвал закон, санкционирующий отчуждение палестинских земель в пользу поселенцев и легализующий задним числом все поселения на оккупированных землях, агрессии Израиля против палестинского народа. Этот закон противоречит международному праву, и мы продолжим наши усилия в международных судах, чтобы защитить наше существование и нашу землю. Сейчас Израиль стремится к созданию одного государства с системой апартеида. Другого названия этому нет. Если это произойдет, это будет катастрофа и для нас, и для международного сообщества. Мы призываем этого не допустить. За 50 лет с момента оккупации западного берега реки Иордан Израиль построил на этой территории около 120 поселений. Попутно возникло еще почти столько же нелегальных даже по израильским меркам еврейских населенных пунктов. Они считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса. В общей сложности там проживают около 600 тысяч израильтян.